За возвращение спортивного объекта взялись депутаты молодежного парламента Коми. Силами активистов и местных жителей уже поправили входную группу. Привезли для два грузовика на асфальтовой крошке. Частично удалось выправить бетонные опоры забора. На этой неделе приедут новые ворота. Обновленный стадион активисты хотят включить в программу празднования Дня Республики и к этому моменту завершить основной фронт работ. Помимо спортивных площадок, также сделать концертную площадку, оборудовать простую сцену и пригласить туда выступить творческие песенные коллективы колледжа искусств и колледжа культуры. Напомним, стадион бывшей спортивно-технической школы заброшен уже более 15 лет. После обновления в зимний период здесь организуют ледовый трек, а летом оборудуют площадку для картинга, футбола и волейбола. Площадь до сих пор не задействована, земли местами зарастающей борщевиком 5 гектаров.